Зампред правительства Игорь Никифоров проверил ход реализации программы переселения в Нюрнгринском районе. Побывав на строительных объектах, Игорь Никифоров отметил, что в последние месяцы наблюдается положительная динамика. А именно, в поселке Серебряный Бор тенденция выровнялась, и есть все основания полагать, что программа завершится по намеченному план-графику. Также зампред правительства Якутии провел рабочее совещание в администрации Нерюнгри с главами поселений и представителями застройщиков, где были даны поручения ни в коем случае не снижать темпы и качество застройки, держать обратную связь с жильцами, которые ожидают переселения. Цель наших сегодняшних встреч для того, чтобы обсудить, посмотреть, и те специалисты, которые участвуют в этой работе, выслушать их предложения, мнения и дополнительные мероприятия разработать в результате, которые мы видим реально, что помогают и улучшают эту работу.